Начиная с этих выходных и во время всех новогодних праздников жителей и гостей столицы Чувашии ждет множество развлечений. На самом милом уже прокатилась Юлия Важенина. Сила, скорость и дикий восторг – все это поездка на санях. А когда их везут самые энергичные и добродушные собаки, радость только усиливается. Хаски – самая выносливая порода. Упряжка с 6 собаками за день может пробежать около 100 километров. Это примерно как отсюда и до Йошкар-Олы. Но сегодня так далеко мы не поедем, а лишь прокатимся по Московской набережной. Кстати, покататься может любой желающий. Вперед! Жаки – самое главное среди мохнатых в этой упряжке. Именно она рулит всей командой. Но все же лидер здесь каюр. Чтобы стать каюром, это как минимум 3-4 года нужно иметь опыта, управления и понимания, что хотят собаки, куда они хотят бежать. Однозначно лидер в упряжке, когда мы в упряжке находимся, это я. Вот, но управляет упряжкой девочка у меня. Девочки, они умнее. И, в частности, вот, воспитал такую классную девочку. Она рулит упряжкой, и все команды понимают, знают. Обратно, право, лево, тише и так дальше. Алексей Самсонов 6 лет занимается собаками. И сейчас уже не представляет, что бы без них делал. Мы завели 2 собачек. Потом сразу еще 2. И пошло. И после того, как я съездил первый раз в своей жизни на гонку в Нижний Новгород, я заразился и сказал, что буду в следующем году обязательно участвовать в соревнованиях. Но так случилось. В новогодние праздники эти пушистые чемпионы различных гонок и выставок России покатают всех желающих. Конечно, по мнению каюра, Московская набережная узковата для такой упряжки, поэтому, возможно, для прогулок выберут другое место. Так что следите за новостями. Кстати, прохожих собаки не боятся. Эти хаски к коллективу привыкли. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика.